Здравствуйте, я Владимир Соловьев. Сегодня «Новая газета» вышла с сенсационным заголовком. Один из группы террористов уцелел, и мы нашли его. Известная журналистка Анна Поляковская утверждает, что один из организаторов теракта в театральном центре на Дубровке является сотрудником российских спецслужб. И это Ханпаш Теркибаев, представившийся внештатным корреспондентом «Российской газеты». Также многие сегодня увязывают и убийство депутата Юшенкова с тем, что он знал о том, что действительно теракт на Дубровке, скорее всего, обошелся не без участия российских спецслужб. Анна, как вы вышли на господина Теркибаева? Ну, это был долгий процесс борьбы с самой собой. Значит, очень многие, ну да, так вот что получилось. Мне очень многие спрашивали и говорили, и в редакции это была дискуссия. Там участвовали спецслужбы. А я говорила, не может быть такой подставы. Просто не может быть. Да, это, я тогда, то есть реакция нормального человека. Я тогда не могу жить, верить, да? Конечно. Я не могу жить вот среди этой жизни. Но потом стали постепенно, наверное, где-то месяца два назад поступать сигналы. Да, вот какие-то, вот знаешь, вот тот-то мог быть, потом тот-то. Потом один знакомый просто назвал мне эту фамилию.